Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Так, что мне тут принес Беззубик? Рыбу. Так, яйцо. Так, а что за яйцо? Вывести. Шепот смерти? Не-не-не-не-не-не-не. Блин, ну, я уже поставил. Шепот смерти, ладно, пускай будет. Так, что у нас здесь? Кстати, ребята, одно из событий я уже прошел. Я его снимал, но, к сожалению, забыл включить микрофон, и поэтому серия-то улетела, как говорится, в никуда. Потому что, ну, никому не интересно смотреть без озвучки. Так, ну что, давай посмотрим. У нас здесь с тобой следующее событие есть. Это угроза, диверсия охотников. Вот с нее мы, пожалуй, и начнем. Так, ну это в отличие от первого события, ребята, длинное. Поэтому за одну заходку мы с тобой вряд ли пройдем. Наверное, придется 2 или 3 дня нарубиться. Ну, поехали. Руны позволяют ускорить открытие, это мы все знаем. Так, здесь у нас 2 душителя. А, нет, это дымо... Ну да, дымодышащий душитель. Поехали. Сейчас мы будем их потихоньку с тобой разбирать. Так, здесь всего 2 волны. Так что нам на руку. Минус. Так, давай-ка этого теперь в атаку. Так, ты опух, что ли, совсем, а? Малышок. На-ка, получи. Так, здесь у нас водорез плюс. Так, а как тебя звать-то? О, мясо. Довольно легко разбирается. Так, сейчас будет водорез ходить. После него мы добиваем с тобой драгура, по-моему, так его увеличать. Так, и водорез уже будет следующим. Нам можно хильнуться, в принципе. Чуть-чуть. Но кто бы сомневался. Это что, это все, что ты сделал? Тьфу. А, так правильно, ребята, он 12 уровня, а у меня... Извини меня, 16-го, поэтому дамага мы и не почувствовали. Давай крутанем колесико и посмотрим, что у нас здесь выпадет. 50 миллионов рыбы. Так, ну с рыбой у нас пока все нормуль. 500 тысяч я накопил. Так, забираем с тобой 50 рун. И, соответственно, переходим на следующий поединок. Раз, два, после этого нам достается пак. Мы его открываем и... Нет, ребят, сегодня не пройдем. Даже половиной мы не пройдем этого события. Ого. Кстати, в первом, ребят, событии, которое я прошел, да, вот этот был босс. И довольно лютый, но я с ним справился. Так, давай-ка начнем, наверное, с этих охламонов, потому что они очень мощные. Добьем? Да, минус один. Кстати, тут одна волна всего лишь. Это классно. У них 12 уровень, они нам ничего не сделают. Ты посмотри, они что-то там пытаются пыхтеть, но у них не получается. Ха. Так, ну что, разбираем. И последний. Ну, он сделает, наверное, супер... Даже не стал делать свой супер удар. Интересно. Тогда давай мы. И кранты. Слушай, ну это довольно легкий был бой. А мы продолжаем. Второй раз крутим колесо, и выпадает нам здесь 75. Да, 75 миллионов рыбы. Я думал, что все-таки перескочит, но нет. Сказали, кукиш тебе большущий. Так, друзья мои, ну что, поединочек с тобой сыграем, получим пак. А дальше там будет, по-моему, 2 поединка. Опа, тройной удар. И лаврык. Ну, лаврык меня не волнует, а вот тройной удар, да. Кстати, уровень-то, посмотри, у них 12-й. То есть мы даже ничего не чувствовать не будем здесь, да? А вот ему как будет больно сейчас. Оф, если бы ты только знал. Так, лаврык подключается. 91, да, нанес урона. А 250, это уже что-то. Так, кусаем. Так, тут 2 волны будет. Ну давай, ладно, сделаем так. Хильнуться, я думаю, мы успеем, да? Нет, родной, ты-то хильнулся, это понятно. Мне нужно своих ребят хильнуть.
Вот так. Ух ты, два шепота смерти плюс громобой. Так, приступаем. Так, смотри, раз, два. Но этого мы добьем. Этого мы с тобой добьем. Так, теперь следующий вот этот будет. Громобой сейчас ходит. Смотри, что делает, а? Почему он получает повышенный урон, ребят? Потому что нет брони. Броня у нас понижена вообще, очень сильно. Так, ну что, добиваем? А, даже не попал. Фу-фу-фу, мазила. Так, а мы хильнемся. Так, атакуем. Ну что, он укусит, наверное, штормореза? Нет, он поменял почему-то противника. Это ему, кстати, невыгодно. Ах ты, я думал, добьем. Все, друзья мои, очередная победа. Ну что, готов получить древесину или рыбу? Древесина, 50 миллионов. Ладно, древесина нам нужна. У нас 312 миллионов. Так, мы с тобой забираем пак. Еще две энергии есть, да, у нас? Раз, два. Короче, мы дойдем с тобой до 1000 рун. Какие руны? Это, конечно же, янтарь. Мы получим 1000 янтаря, и все. И на этом придется закругляться. Но еще у нас есть с тобой арена. Поэтому на арену мы с тобой сходим. Так, здесь кого интересно в первую очередь? Наверное, все-таки будем душителя, да, бомбить. Давай так сделаем. Вот, минус. Ну что ты там, а? Поджоги, понятно. Он еще и усилился, ё-моё. Так, успеем? Успеем. Вторая волна. Здесь у нас два. Так, с кого начать-то лучше? Давай с этого, наверное. Хотя они одинаковые. Хильнемся. Хотя можно было и не хиляться, у нас здоровье позволяло, да? Можно было понизить броню. Ну ладно, фиг с ним. Атакует. Ох, костоломы. Минус один. Ну, этому тоже недолго осталось жить. Я думаю, что все, да, мы его забомбили. Давай что-нибудь путевое. Опять древесина, 50 миллионов. Да вы запарили, вот серьезно говорю. Так, ну что, ребята, последняя энергия у нас. Мы с тобой, ну, пройдем ясен перец, получим с тобой 1000 инвентаря и перейдем на мини-боссика. Это первый, который будет у нас, да, на событии. Но повоевать нам придется уже завтра с ним. Потому что сегодня у нас энергия заканчивается, к сожалению. Так, здесь у нас пристеголовый плюс прихвостень, да? Я буду, наверное, начинать с прихвостня. Смотри, что творит, а. Сразу понизил мне броню. Так, стоп. Давай просто ударим. А ты куда? Ну, естественно, куда он может еще бомбить? Кто послабее, того они и бьют. Так, ну что, мы, наверное, сделаем вот таким образом. И распечатываем. Это первая только волна, не забывай. А здесь у нас громорог. И плюс... Как у скала, да? Поехали. О, он зеленый, он черствый парень. Смотри. Его так фиг возьмешь. Но мне кажется, что громорог сейчас будет, наверное, все-таки делать баф. Три энергии у него будет. Ну-ка проверим. Да. Он делает баф, но это не поможет им вообще никак. Ну что, громорог, все? Допрыгался, кузнечик. Будешь знать, как наезжать. Так, и добивка. Все, друзья мои, чистая победа. Крутим колесо, смотрим, что нам выпадет. Опять рыба. 50 миллионов, ладно. А, подожди-ка, забираем янтарь, конечно же. Тусклый янтарь, 1000 штук. Но энергии у нас нету, к сожалению. Так, давай посмотрим, сколько нам еще драться. Раз, два, три. Точнее, раз, два, три.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Еще 10 боев, друзья мои. 10 боев, то есть получается 2 серии. Какой обмен, отказываемся. Вот это я заберу. Так, что мы с тобой еще можем здесь сделать? Опа, ветрокрыл принес мне уже железо. Так, давай-ка мы его еще раз отправим. 250 миллионов древесины мы потратили. Так, они все у меня работают? Все. Так, Барсик уровень получает 49-й. Так, Громгиль, да? Будешь титаном у нас сегодня или нет? А-а, не хочет. Сказала, что не хочет она становиться титаном. Значит, мы ее продолжаем обучать. Так, Барсик, а ты что? Пойдешь у меня прокачиваться дальше. А, святилище в Валке занято, а кем? А, у нас тут весночес, ребята, оказывается, еще в титаны перебирается, прикинь. Тогда, Барсик, тебе придется лететь в приключения. Увеличивают награду в приключениях, увеличивают награду в приключениях. Так, это и древесина, и рыба, ну костюмчик прикольный. Так, пускай летит в драконий край. Так, что у нас тут еще? Давай посмотрим. Но здесь вроде бы ничего нету. Это опять же премиум. Блин, там такие паки, ребята. 250 рун. Да, конечно, на премиуме хорошо играть. Так, а я могу тебя обучить? 200 древесины нужно. 200 миллионов. А у меня есть? Ну-ка, заберем. Давай-ка мы его, наверное, отправим учиться. Это будет у него 78 уровень. Так, что-то камера как-то слишком близко. Давай-ка немножко отодвинем. Ну да, друзья мои, все работают, все в пахоте, кроме вот этого шитика. Иди за рыбой. Так, остальные все, все при делах. Так, мечекрат. Я его не хочу обучать пока. Ага, громобой учится, да? Еще 6,5 часов будет тренироваться. Ну да, ребята, все, в принципе, пока при работе. Значит, нам остается с тобой идти на арену. Поехали. Заработаем с тобой пак вождя. В принципе, можно будет потом закругляться, да? Почему, интересно, там написано, когда вот выбираешь дракона, в гость? То есть это не зарыгенные, что ли, господа, или как? Смотри-ка, что творит, а? Успеем разобрать? Нет, ребят, не хватает мощей пока. Ладно, ничего страшного. Сейчас ходит лаварык, потом опять водорез, потом Барсик его добьет. Тихо, парень. Опа, ничего себе вжарил. Добьют, что ли? Ах вы, жуки навозные, а? Ты посмотри, уничтожили. Будем мстить. Это полюбаську. Так, тихо, главное, чтобы он не делал никакого суперудара. А мы теперь вот так с тобой сделаем. Пускай он этого лаварыга помогает нам разбирать. Так, давай кусай его. Так слабенько кусаешь. Давай вот так, наверное, сделаем. Так, лаварык. Защиту сейчас сделать, нет? Нет, ребята, не стал ничего делать. Ну что, добиваем с тобой этого. И беремся за лаварыга. Почему так его звать? Лаварык. Не, я понимаю, что это связано что-то с лавой. Но почему рык? Ах ты, чуть-чуть не добили. Все. Все, друзья мои, победа здесь за нами. Так, друзья мои, я взял себе в команду парящего прихвостня. Он 12 уровня, попробуем, как он здесь себя будет вести. Как он себя здесь будет чувствовать. Так, атакуем. Этот кого кусает? Ах ты, жук. Так, еще раз кусаем. Ну что, прихвостень, ты готов? Так, а он тоже может
Понижать. Слушай, ну это же круто. Понижает броню, плюс еще и атакует. Да, но он слабенький. Быстро, конечно, с ним разобрались. Так, ну что, теперь поговорим по душам. Поехали. Так, тихо. Ну что ты творишь, а? Вот нелюдь. Нам нужно как можно быстрее ребята разобрать, иначе разберут нас. Что он сейчас будет делать? Твою налево, а? Замедлил, прикинь. Вот так вот. А ну-ка давай. Я хотел не это сделать, я хотел слепоту повесить, ребята. Твою налево, а? Ну все, по-моему, доигрались. Ты посмотри, они мне даже не дают хода сделать. Прикинь, просто не дали сделать хода. Друзья мои, я вернул Барсика обратно. А знаешь почему? Потому что у него, оказывается, 15 уровень апнулся. Вот так-то. Я зашел, смотрю, а оказывается, ему можно было поднять левел. И вот он, на коне, 15 левел имеет, был 14. Так что будем сейчас пытаться здесь. Они мне дадут сходить сегодня или нет? Совсем оборзели. Ходит один за другим. Давай, Барсик, уничтожай. Так, сейчас будет пламя, да? Ха, поэтому вообще даже не попали. Так, по-моему, сейчас уничтожат нам. Да, бомбит не кисло. Ну что, этому крышка, я так понимаю, да? Крышка. И остается у нас тут Громоль. Но он не сдается, он сопротивляется как может. Так, давай мы, наверное, сделаем понижение брони. Ты запарил своими фаерболами, эй! Чувачок, успокойся. Так, ударяет, и мы его добиваем. Ну, вот так-то оно будет лучше. Так, а здесь кто у нас? Ага. Кривоклык тоже есть. Лаварык. Ну, давай тогда вот так, наверное, будем делать. Понижать, понижаем. Так, Барсик, я думаю, добьет его. Отлично. Так, теперь вот этого Кривоклыка будем бомбить. 16 уровень, чувачок. Так, секунду. Лаврык ничего не стал делать. Ну что, добиваем. И вот он остался один на один. Один против троих, я бы так сказал. Ну куда ты лезешь, а? Давай понизим броню, потому что он какой-то тяжкий именно на разбор. Без понижения брони, ребят. Он даже не стал ставить на себя защиту. Очень интересно. Ну, а вот он и пак вожде. Громоль, Вострозуб, Кривоклык и все. Так, а второго пака мне не дали, потому что я, ребята, первый открывал, когда проходил первое событие. Ну что, в принципе, ребята, я доволен. Я доволен. Так, у нас на тренировке есть место, нету? Нету, к сожалению. Я хотел Верхолаза сюда отправить. Мы про него постоянно забываем. Вот про этого нашего малыша. Потому что у него на 80 уровне он сможет добывать металл. Уж не знаю, сколько он будет требовать. У нас пока самый дешевый, это Ветрокрыл. Он за 250 миллионов добывает нам одно железо. Остальные все просят по 450. Как бы жирновато получается, да? Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй-ка, мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!